лагерь в Карелии, и теперь появился лагерь в Краснодаре. Таким образом, как бы произошло соединение севера и с юга, и детям, которые много раз ездили в Карелию, теперь есть возможность поехать в Краснодар. Здесь абсолютно все с одной стороны по-другому, а с другой стороны все точно так же. Потому что те же самые хорошие инструктора, то же самое хорошее снаряжение, та же самая хорошая и правильная философия. Дети отправляются в путешествие, и благодаря этому становятся гораздо-гораздо лучше, умнее, симпатичнее. Я однозначно является вот той путеводной звездой, которая явно заставляет двигаться и ради этого, в принципе, работать. Поймите? Каждый день расписан конкретно, что брать, по скольку грамм. Так что, в общем, они многим чем лучше. Так, ну что, мы дальше, ребята, вам всего хорошего. В горах. Давай. С вами встречались на Северном полюсе. Потому что мы с детьми. А, мы детей встречали. Так, а я был руководителем экспедиции. Вместе с Ливаном. Ливаном как раз вот мы вас встречали, Рогозин. Да, да, тогда была, мы делали фотографию на вместе с... Я думаю, что это тоже вот одно из самых таких запоминающих вещей, которые будут с вами, которые будут следовать за вами хвостом вот этого достижения в течение всей вашей жизни. И я по-доброму очень вам завидую, потому что у меня было немножечко по-другому. Я начинал с каких-то более таких, более простых путешествий. Алевтина Воробок.